В честь празднования Дня Великой Победы в Павлодаре прошел турнир по мини-футболу, посвященный Кабдешу Нуркину, ветерану Великой Отечественной войны и почетному жителю нашего региона. За первое место приехали побороться школьники из разных уголков области. Юные футболисты с первых минут показывали ответственную игру, дорожа мячом и создавая только хорошие моменты для гола. В турнире приняли участие дети из районных школ – Железинского, Актугайского, Успенского, Павлодарского и сельской зоны Аксу. Всего 8 коллективов. Мы приложили усилия, чтобы вовлечь этот марафон, посвященный памяти тех людей, которых уже с нами нету, чтобы популяризировать их подвиги. Кабдеш Нуркин, в память о котором проходит первенство, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель города и области, был призван на фронт в 1942 году, являлся командиром стрелковой роты. Он участвовал в сражениях под Сталинградом, освобождал город Харьков и Могилев, прошел всю Польшу, дошел до Германии. Я считаю, что данное мероприятие мы посвятили отцу, но я в то же время считаю, что это дань уважения ко всем ветеранам войны. Наши земляки приняли активное участие в Великой Отечественной войне. Они защитили нашу родину. Спортивное соревнование имеет большое воспитательное значение, а также цель – популяризация ответственного образа жизни среди подрастающего поколения. Я представляю команду «Ахтугай» и приехал с «Ахтугай», чтобы показать игру. И нас позвали на областной турнир, посвященный ко Дню Победы и нашему земляку. По итогам турнира первое место заняла команда из Железинского района. Серебро досталось коллективу из Павлодарского района, а бронза – футболистам из Актугайского района. Победители были награждены благодарственными письмами и денежными призами. Ермек Сафаров, Айгерим Токпан Казы, Алексей Михедов, Ертыс Ахпарат.